Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ракун-Сити стерли с лица земли из-за биооружия, созданного Амбреллой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Скажи мне, Янки, что ты забыл в этом жутком месте? Просто невероятное захолустье. Скажем так, ищу кое-кого. Наверное, очень важный кто-то, да? Шеф лично отдал приказ, сказал, помоги ему. Ну, вы в такую даль явно не на пикник поехали. Что, на пикник? Странные у тебя шутки. Я тебе раскрою один секрет. Только между нами. Тут частенько пропадают люди. Это началось еще черт знает когда. Значит, для вас это просто серые будни, да? Вон на прошлой неделе искали здесь пропавших туристов. Уверен, вы постараетесь мне помочь. Так, ну, вроде прибыли. Зов природы. Пойду отолью. Сейчас. Que frío. Te has bebido el bar entero? Курить будешь? Сити мастетрика. Эй, а я Альгинаи. Что-то он там не торопится. Провалился.
Слушай, может, сходишь, посмотришь, что с ним? Я побуду тут. А то еще влепят штраф за парковку. Помогли, нечего сказать. Куда он подевался? Есть кто? Простите, что я без спроса. Буско, он полиция. Биноаки. Плохо дело. Фу, ну и вонь. Эй! Вот он,
понял? Что там у тебя? Да что за херня? Гнездо. Это Кондор-1. Это Ханиган. Говори. Дочь президента, Орленок. Скорее всего, здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников... Мне пора. До связи. Не смею задерживать. Nos invoca
tenemos que servir. Да, это они все. В кино, что ли? Кондор-1, прием. Я нашла путь к озеру. Там есть большая мельница. За ней начинается тропа. Мельница. Понял. Будь осторожен. Отбой. Опять все мне чинить. Что за шум?
О, больно, блин. Мне показалось, ты хочешь что-то сказать. Какая проницательность. Скажи, у тебя сиги есть? Курение убивает. Да? Ну тогда, может, развяжешь? Хода! Только не он! Ты кто? А ну-ка стоять! Слышь, Янки, звать-то как? Леон. Неразговорчивый. Я Луис Серра. Похоже, мы с тобой выбрали так себе место для отпуска. Хватит! Хорош уже дергать. Мне и без того хреново. Я понял твой замысел. Это не первая твоя передряга, да? Я думаю, что ты здесь ищешь кого-то. Дай угадаю. Может, пропавшую сеньориту? Где она? Ну, я жду. Ладно. Слышал, что они переводят сеньориту. Переводят? Куда? Кто же его знает. Но потом видел, как кого-то тащили в церковь. Мерда! Общаться с тобой опасно! Куда пошел? Пока, амиго. Черт, все спиздили. Гнездо, это Кондор-1. Я нашел орленка. Кажется, ее держат в какой-то церкви. Что ж, молодец. Об этом мне сказал один тип. Назвался Луисом Серой. Он какой-то подозрительный. Проверь-ка его досье. Ясно, Кондор-1. Прямо сейчас и займусь. А ты пока тогда доберись до церкви. Ну да. Как раз давно в грехах не каялся. Кондор-1, конец связи. Это мое. Незнакомец, иди сюда. Кто это? Ну что, давай поторгуем, да? Привет. Я обновил ассортимент, друг. Как хочешь, чужак.
Черт. Неплохо. Кто-то выпендрился перед соседями. Дар в моей крови. Гнездо Кондору-1. Я нашла информацию о Луисе Сере. Похоже, он был научным работником в Амбрелле. В Амбрелле? Зря я выпустил его из мешка. Отправляю подробности. Посчитай. Но главная цель – Орленок. Понял. Выдвигаюсь к церкви. Кондор-1, конец связи. И ты тоже, а?
Будь поосторожнее. Тебе понравятся мои товары. Церковь. Добрался. Гнездо, это Кондор один. Церковь заперта. А Орленок? Орленка пока не нашел. Но они тут все полностью перекрыли. Ясно. Думаю, причина может быть только одна. Да, она здесь, я уверен. Я проберусь туда. Кондор один, конец связи. Кто ж способен поднять такую штуку? Ты
Да кто же бак пустым держит? Целиком сожрать решил. Мой священный дар навеки. Гнездо, это Кондор-1. Как слышно? Кондор-1, ты 3 часа не выходил на связь. Как ты там? Прости, я в норме. Это не повторится. А церковь? Как раз ищу, чем ее отпереть. Поняла. Рада, что ты цел. Отбой. Thank you.
Что это за место? Святилище, что ли? Тот же символ, что и в церкви. Гнездо. Это Кондор-1. Нашел ключ от церкви. Поняла. Теперь ищи Орленка. Да, болтать некогда. Выдвигаюсь. Кондор-1, конец связи. Нужно идти к церкви. А, издеваетесь?
Эшли Грэм! Я хочу помочь! Эшли, ты тут? Эшли. Эшли Грэм, ты тут? Не подходи. Слушай. Полегче давай. Я Леон. Я здесь по приказу президента. Ошибись. Снаружи опасно. Прошу, выслушай меня. Что это? Вон там. Догнать их. Заблудшие агнцы сбежали. Подарите же им спасение. Что же нам делать? Твой отец мне верит. Так что придется поверить и тебе. И делать все, как я скажу. Я верну тебя домой. Ладно. Ладно, Леон. Так, ладно. Надо валить отсюда. Блин, он был новый. Лестницу. Я? Ладно. Как нам отсюда выбраться? Ну нет. Давай, ловлю.
Эй, не бойся. Спасибо. Гнездо, орленок у меня. Поняла. Она цела? Да. Отлично, Кондор-1. Высылаю за вами вертолет. Отправила координаты места эвакуации. Доберись туда и любой ценой защищай орленка. Понял. Живи. Погода портится. Отбой. Встань за мной. О боже! Да что с этими людьми? Леон! Берегись! Эшли! Еще. Хорош, кривлец. Как ты? Да, вроде бы цела. Все, круто, круто. Давай отдохнем. Прости, но надо идти. Ясно. Про погоду Ханиган не врала. Я теперь точно простужусь. Сюда! Так. Слушай, в тот раз я... Да, я помню. Просто... это же твоя пропавшая сеньорита. У сеньорит есть имя, Эшли. А ты кто? Я Луис. Энкантадо. Класс. Все представились. А теперь... Кто ты такой? И что ты здесь делаешь? Хорошие вопросы, но, к несчастью... Эшли, прячься. А раз так... Эй, помоги! Эшли, живо! Сюда! Лезь! Ну ладно. Сыграем. Их целая толпа, а нас двое. И замечу, эта толпа состоит из чудовищ. Закончил разминку? Растяжку сделал? Да. А теперь заткнись, пожалуйста. Расслабься, ковбой. Let's see.
Эшли. Что? Что со мной такое? Эшли, скажи, ты до этого уже кашляла кровью? Может, объяснишь? Такой кашель вызывает нечто под названием плага. Короче, вы видели тех людей, да? Вот внутри тебя такая же штука. Именно из-за нее они стали такими. Эти симптомы, которые у тебя проявились, лишь только начало. Я не хочу стать такой. Но все не так страшно. Пока что этого паразита, плагу, еще возможно удалить хирургическим путем. Нужны кое-какие знания, видите? И оборудование. Так ты тоже? Не бойтесь, у Луиса есть план. Но без доверия никак. Класс, значит, решено. И почему ты... Вопросы подождут, у нас мало времени. Почему ты решил помочь? Мне от этого легче. Скажем так. Ладно, до связи. Привет. Сиги есть? Да, твои любимые. Где янтарь? К сожалению, он у меня не с собой. И ты должна сказать, какой... Я все-таки молодец. Ухитрился спрятать его прямо перед тем, как меня сцапали. И поэтому... Я все еще жив! Мне помнится, мы должны были вытащить тебя в обмен на янтарь. Нет янтаря, нет защиты, Луис. Какая ты все-таки зануда, Ада. Ну ладно. Сейчас схожу за ним. Мне как раз нужно достать еще кое-что. Это гнездо. Плохие новости, Кондор-1. Погода нелетная, поэтому вертолет до вас не доберется. Подождешь, пока буря пройдет? Нет, слишком опасно. Попробуем найти безопасное место. Мне жаль, но здесь я бессильна. Не волнуйся, если будет надо, доберемся вплавь. Кондор-1, конец связи. Идем. Что? Что со мной теперь будет? Для начала, давай просто выберемся отсюда. Да, ладно. А тут тихо. Что ж, осмотримся. Не знал, что это ваше. Дамы, я польщен, но все-таки я однолюб.
Ты цела? Да, все в порядке. Вроде бы. Ты молодчина. Умеешь сбегать от стрёмных мужиков. Это у тебя комплименты такие? Ладно, идем. Идем. Эшли! Леон! Твою душу следует очистить. Идем, дитя. Эшли, беги! Нет! Живо! Леон! Не паникуй! Слушай, он ищет тебя. Если снова его встретим, беги. А как же ты? Сделаю, что должен. Страшно. Откажись от бесплодной борьбы. Доверь свое тело воле нашего Бога. Херовый ты проповедник, если честно. О, великий владыка, дай мне силы сокрушить твоих недругов. Твою же мать. Эшли, беги! Поняла. Остановись, Эго. Боже, благодарю тебя за твой дар. Жил уродом. Уродом и сдохнешь. Неужели ты настолько глуп? Да, в ногах правды нет. Не жарко? Ah!
Передай привет твоему богу. Леон, скорей! А спасибо? Спасибо. Пожар привлечет их внимание. Надо уходить. Леон, скажи, что я не стану такой, как они. Я этого не допущу. Клянусь. Ну, по крайней мере, теперь нас не догонит. Идем. Ола, это Луис. Вы еще тут? Вообще-то я хотел домой, но Эшли решила осмотреть замок. Супер, у меня для вас подарок. Лекарство, чтобы слегка отсрочить неизбежное. Где ты? Итак, приходите во внутренний двор замка. Буду ждать там. Чао. Так, Эшли. Луис сказал, что... Я поняла. Лучше не задерживаться. Двор за теми воротами. Чую, гостей тут встречают прохладно. Час от часу не легче. Попробуем. Еще разок. Эшли, все путем? Да, спасибо. Открыто, давай. Типа древнее, но... Добро пожаловать в мой замок. Я безмерно рад наконец познакомиться с вами, мистер Кеннеди. А ты вообще кто такой? Я? Прошу, зови меня Рамон. Позволь, я сразу перейду к делу. Будь добр, отдай девушку мне. Прямо сейчас. Ясно? Не, без шансов, Рамон. Обойдешься как-нибудь без девушки. Мистер Кеннеди, как благородно. Но, тем не менее, девушка достанется нам.
она станет носителем. И ваша Америка, а потом и весь мир исполнится его благодати. Ибо такова воля моего покровителя, священного владыки Сэдлера. Так что, ты нам подчинишься? Да? Нет уж! Ты все слышал. Какая жалость. Окажите нашему гостю теплый прием, раз уж он избрал смерть. Леон. Не отходи от меня. Ты хоть предупреждай меня. Еще. Заперто. Должен быть другой способ войти. Идем. Ладно. Ты должна открыть оттуда проход. Ага. Спасибо. Думаю, можно пойти сюда. Осторожней. Бедняга. Жестокая смерть. Что это? Они здесь зверушек держат, что ли?
Что там случилось? Да так. Но насчет зверушек ты была права. Идем. Ага. Ты как? В порядке. Ну, пока. Приветствую, мистер Кеннеди. Ты готов передать девчонку? Как же ты достал. Я взял на себя смелость подготовить для тебя развлечение. Вашему вниманию, отважный рыцарь спасает принцессу. Страшно. Эшли, все путем? Да, спасибо. Идем. Ага. Вроде пришли. Все в порядке? Вроде бы. Волнуйся не за нее, а за свою шкуру. Глупый ягненок. Уймись, дитя. Эшли. Гнездо, прием. Полный провал. Мы укрылись в замке, но нас с Орленком разделили. Повтор... тебя. Гнездо, связь прерывается. Меня слышно? Да ради... Том. Алло, тут... Черт. Связь накрылась. Вот тут и стой, Леон. Или мне пустить в ход это? Как ласково ты встречаешь после 6 лет разлуки, Ада. А ты не удивлен? Забавно. В следующий раз бери нож. Удобнее в ближнем бою. Что ж, недурно. Стильный прием. На кого работаешь в этот раз?
О, Леон, я не болтушка, ты же знаешь. Брось ее. Ей так и так конец. А уйдешь сейчас, и кто знает, вдруг доживешь до следующей встречи, и она будет такой, как тебе хочется. Думаешь, я отступлюсь так просто? Ну да. Продолжим эту беседу в следующий раз. Она сказала, с нее хватит. Создаете у них гигантскую проблему. Пушка. Посмотрим. Ну-ка. Отлично. Путь открыт. Извини, но с меня хватит. Эшли, где ты? Эшли, это очень пугает, я знаю. Правда? Бояться — это нормально. Бежать нельзя. Надо идти вперед. Мы справимся. Вместе. А вдруг я не смогу? Сможешь. Но дай мне знать, если снова решишь меня убить. Леон.
Спасибо. Луис, где ты? Прости, я облажался. Спаси меня, мой сказочный принц. Ага, я тебе устрою сказку. Бегом, я в бальном зале, за двором. Не опоздай на танец. Вот же мудак. Он в беде, мы же его не бросим. Отойди! Идем. Сейчас. Думаю, бальный зал там. О, смотри, там статуя. Обеденный зал. Они что, здесь едят? Фу, блин. Эшли. Ага. Разобрались. Подошло. Одной детали не хватает. О, Леон, тут доспех. Сгодится вместо бронежилета. Ха, слишком уж старомодный. А, жаль. Ты в нем круто бы смотрелся. Эшли, не спускайся! Ладно, осторожней! Леон, доспехи! Да вы издеваетесь, что ли? Да. Вольно. Войны. Леон! Спасибо. Точно все хорошо? Ты не обжегся? Нет. Спасибо тебе.
Ты очень помогла. Тот рычаг. Ага. Они больше не оживут? Стой там. Вот ты. Беги. Давай. Нельзя. Я иду, Леон. Так, надо найти фонарь. Не пугай меня так. Блин.
Простите. Опять? Как мне надоело! Так, рыцари, стойте смирно. Эшли, живая? Да. Сейчас я тебя вытащу. Эй, лови. Спустишься, я поймаю. Тебя с янтарем? Прости, пока нет. Но мой помощник устроил очень много шума. Уверена, все будет в порядке. Ты, главное, держи свою псину на привязи. Он славный мальчик. Послушный. Ладно, оставь пса. Но не жалуйся, если он тебя покусает. Это серьезное. Трудно быть нянькой, да? Эй, Ада! Ада! Супер. Эшли! Леон, стой! Нет, не подходи ближе! Что с тобой? Берегись! Да-да. Продолжайте. Нет. Не противься, милая. Так ты лишь усугубляешь свои страдания. Прошу, прошу. Больной ублюдок. Акинос деспидимос, сеньор Кеннеди. Mm-hmm.
Держись, Эшли. Я иду к тебе. Что ж такое? Что, питания нет? Издеваетесь? Ну, где ты? Как тебе? Неприятно, да? Ну, хоть дух переведу. Сочувствую твоему хозяину. Спастись от мук, так же, как наша новообретенная дочь. Она влилась в нашу общину, и теперь она с нами одной плоти и крови. Преданный слуга укажет ей верный путь. Ступай, избавь этих блудных детей от их мучений. Слушаюсь. Много не возьму. Стало лучше? Да. Да, помогло. Одно но. Это не более чем отсрочка. Ингибитор перестанет работать и очень скоро. Ну что, ты готов? Обо мне не думай. Эшли важнее всего. Ну, раз так, мы знаем, что делать. Идем, Санчо Панса! Спасем принцессу Дульсинею! Поранишься еще. Эй, мое копье! Да-да, мы спешим, ясно. Почему ты мне помогаешь? Какой в этом смысл?
Да не ищи ты подвох. Я же обещал помочь, помнишь? Тебе понравятся мои товары. Маловато у меня доверия к тому, кто работал на Амбреллу. Так ты в курсе? Амбрелле хана. Насчет нее можешь больше не волноваться. Ты не ответил на вопрос. Какова твоя цель? Я просто следую зову совести. Хочу загладить вину. Что-то в этом роде. Чего это вдруг здесь завал? Тут раньше был проход. Это пригодится. Динамит? Удачная находка. Да, им можно разнести тот завал. А ты неплохо сражаешься. Ты точно обычный ученый? Я самый обычный парень. Ну, еще дамский угодник. Только после вас, я настаиваю. Как ты учтив. Будешь должен! Луис, сверху! В расчете. С тобой всегда вот так? Этих тварей на глубине держат. Подземелье для них священно. Именно здесь и нашли Лас Плагас. Они сохранились в древних залежах янтаря. Ну, конечно же. Предлагаешь ехать на этой штуке? А у тебя что, есть варианты? Подтолкни нас, Санчо! Сам ты, Санчо. Так, она движется. Это ускорит дело. До чего я дошел? Ну, мы же торопимся. И, кстати... Ну, что? Ты любишь экстрим? Наклонись или слетим! Есть!
перевязками! Стрелка! Переключи ее! Все? Да нет. Боюсь, это только начало. Ну что? Вперед! Что, опять? Раз на 3, 2, 1, Санчо. Как скажешь. О, черт. Ну, вроде бы доехали. Вон, давай в тот лифт. Устал. Хорошо, что придумали лифт. Я одного не пойму. Зачем ты так рискуешь? Мы ведь для тебя никто. Я же сказал. Мне от этого легче. Хоть раз ответь прямо. Лос Иллюминадос. Я на них работал. А, вот оно что. Помогая вам, я не смогу искупить вину, я знаю. Но все же... Я не хочу, чтобы люди страдали. Ну, раз так, будь посерьезнее.
А ну-ка, цыц, Санчо Панса. Выбрались из этой дыры. Свежий воздух зовет нас. Порфин. И раз уж мы добрались сюда, значит, мы почти... Почти что? Луис! Давненько не виделись, салага. Майор Краузер? Какого черта? Зачем? Разыскиваю украденный груз. И заодно крысеныша убиваю. Плевое дело. Эшли, это был ты. Умный мальчик. Чему я тебя учил? Ножи быстрее. Неплохо. Ты что, подчиняешься сектантам? Они тут вообще ни при чем. Я сам сделал этот выбор. Майор, ты совсем свихнулся? Нет, я мыслю трезво и четко. Соберись и покажи, что ты можешь. Убиты все. Без церемоний, без жалости. Враг был очень силен. Что плохого в желании завладеть такой силой? Краузер! Поиграли и хватит. Ты ни черта не изменился. Как же обидно. Что, друг, плохи мои дела, да? Все девушки мира будут скорбеть. Помолчи. Вот, бери ключ от лаборатории. Иди туда и извлеки этих паразитов. Спаси Эшли. Знаешь, я жил по-мудацки. Но теперь-то... Что скажешь, Леон? Люди меняются. Что ж, прощай, Дон Кихот. Ты поплатишься, Краузер.
мало. Слушай внимательно. Твоя подруга на вершине часовой башни. Поспеши, иначе она станет такой же, как и они. А, у тебя все-таки есть сердце. Мне надо сказать спасибо? Да, надо. Часовая башня. Эшли, держись. Какое же завидное упорство, мистер Кеннеди. Однако, боюсь, твой путь завершен. Прогнать нарушителя! Эшли. Вот скотина. Итак, девушка у тебя. Все, как я и обещал. Скажи владыке, чтобы не забывал о верности своего слуги Рамона. Эшли! Леон! Как глупо, мистер Кеннеди. Владыка Сэдлер одарил тебя своей милостью. Много болтаешь. Но ты так и не... Ты! Грубая, бескультурная шавка. Позволь показать силу, что даровал мне мой владыка. Силу Бога. Все готово к финальному акту! В моей пьесе ты всего лишь статист, мистер Кеннеди. Так что не увлекайся, ты уже сыграл свою роль. Такая пьеса не для меня. Покажи мне, какой должна быть пьеса. На собственном миру. И ты просто на прелесть. Круг этот не человек. Ты сейчас. Yeah.
Потянулся за языком, милорд. Что подумают зрители? Тебя ждет. Эшли, надо спешить. Куда ты ее везешь? Супер. Все-таки не вплавь. Что ты ищешь? Хочешь мне что-то сказать, да? Хочу спросить. Но вряд ли получу прямой ответ. Ракун-Сити. После катастрофы мир стал другим. Хочешь спасти одну душу, гибнет сотни. И я стал другим. Ты? Леон Скотт Кеннеди? Ты все такой же. Тебе только кажется. Тогда скажи мне, ты другая, Ада? Или опять используешь меня? Сам как думаешь? Мы на месте. Думать вредно, Леон. До встречи. Вот так всегда. Эшли, вот ты где. Черт. Эшли! Эшли! Эшли, очнись! Черт! Держись.
Боже. Что за эксперименты они тут проводят? Ты, блядь, кто такой? Эшли. Черт. Все будет хорошо. Леон? Я опоздал. Нет. Спасибо. Ты принес лекарство вовремя. Встанешь? Где Луис? Он дрался за тебя. Пока мог. Идем. Времени мало. Убьем эту гадость. За Луис. Ада, прием. Паразитов можно извлечь в лаборатории. Я почему-то решил, что ты знаешь, где она. Все самое важное находится в их святилище. Оно на вершине горы. Ищи там. Ха, справочник по имени Ада. Удачи. Сочтемся. Подсадишь меня? Есть? А то. Не рискуй. Мастер отпирания замков. Тут не пройти. У меня есть новинки, чужак. Тебе понравится.
Так. Леон! Смотри. Это лифт? Как бы нам перебраться через стену? Кран с шаром? Я сейчас. Эй! Серьезно? Детей теперь этому в школах учат? Не знал про курсы вождения. Назад. Да, у тебя талант. По-моему, мы классная команда. Пожалуй. Да? Может, я однажды тоже стану агентом, как ты? Что скажешь? Будем вместе защищать Америку от всех угроз. Ну-ну. В любом случае, сначала надо выбраться отсюда. Фу, зануда. Единиц. Это наша святая плоть, промысел Божий, и скоро этот щедрый дар обретут все. Лас Плагас. Здравствуйте, дети мои. Я Осмунд Седлер, глаз Господа нашего. Да мне похер, кто ты. Глупые агнцы, почему вы отвергаете дар? Дитя, отринь свое тело. Подчинись глазу Господа. Этих грешников. Мой верный послушник дарует тебе твое наказание. Дитя мое, не нужно бояться. Отринь свое тело и освободись от страха.
Адлер. Мерзавец. Я ждал тебя, салага. О, ты за девчонку переживаешь, что ли? Это в твоем стиле. Здравый смысл не твой конек. Если ты надеешься, что я отпущу тебя живым, ты еще наивнее, чем я думал. Тебе ее не спасти. Тебе никого не спасти. Хватит, Краузер! Прислуживая этим безумцам, ты никого не вернешь. Нахрен тебе это? Отомстить властям? Парни были бы против. Месть. По-твоему, я сделал все это ради мести? Разве не этого ты хочешь? Нет. Тогда в джунглях я осознал главное. В нашем мире нет ничего важнее, чем абсолютная незамутненная сила. Лос Иллюминадос дали мне ее. Ты всегда был говнюком. Но у тебя при этом были долбанные правила. У тебя была честь. А что теперь? Хватит о прошлом. Научим тебя быть мишенью, солдат. Бегом, салага! Будто у меня есть выбор. Да что с тобой? Забудь о жалости! Чертовски слаб! Видимо, первый удар за мной! Не стой на месте! Не помню, что я учил тебя таким приемом! Это слишком просто! Где твое чутье? Наверное, помнишь тот бой в джунглях, когда мы еле выбрались? Не думай, а действуй. Первое, чему ты меня научил. Я умею действовать скрытно, помнишь? Еще как помню, сука. Обожаю охоту! О, еще живой! Везунчик! Должен признать, ты молодец, раз до сих пор жив. Я перестал слушать таких, как... Смерть забирает трусливых и неосторожных. Ты какой? Не знаю. Спрошу у смерти сам. Ты прошел испытание с честью. Держи награду. Смерть близка! Решил пойти до конца? Одумайся! Мы с тобой две стороны одной монеты! А значит, никогда не договоримся!
Это все, Краузер? А я говорил, устал повторять. Ты слабак и никогда не сделаешь как надо. В этом разница между тобой и мной, Салага. Пора завершить твое обучение. Узри мою силу! Ты совсем чокнулся, Краузер. И это твоя сила? Я бы попросил вернуть тебе. Ты еще пожалеешь о своих шуточках. Черт! Обучение не закончено. Последний урок начнется сейчас. Нет. Пора проучить учителя. О, какая самоуверенность. Давай, салага! Да. Уладим дело. Настал момент, которого я ждал! Подходи, салага! Давай, покажи, в чем ты сильнее меня!
Серьезная оборона. Видимо, там внутри их святилище. Эшли. Cubierto. Cubierto. Что это? Крут. Вернемся на базу, проставимся. Знаю один славный бар. Да, пригнись немного. Сейчас спущусь. А, что? Вообще? Нет. Эшли! Ты здесь, дитя мое. Что тебе нужно? Я лишь хочу поделиться этим даром со всеми людьми на Земле. Весьма скромное желание. Видишь ли, мы все связаны посредством святой плоти. И твоя кровь, и кости, и даже твои мысли уже срослись с нашими. Херван. Зачем ты отвергаешь благо? Просто прими этот священный дар. Как сделала она. Седер! О да! Пришла пора этому ягненку войти в нашу паству! О, да светится же он, и да будет искуплен! Ликуйте все! И да будет так! Давай!
Эшли. Эшли. Черт. Лаборатория Б. Кажется, нам сюда. В этот раз все будет иначе. Сначала ты. Нет уж. Говорил же, я верну тебя домой. Эшли. Эшли. Я здесь. Я боялась, ты умрешь. Я понял. Это ты все сделала? Ну да. Да, кто же еще? Ты можешь встать? Это карта? Да, нашла тут. Думаю, сможем выбраться, если пойдем сюда. Ну, мы же команда, да? Ты и сама круто справляешься. Так все же вытащить паразитов помог Луис? Да. Мы живы. Благодаря ему.
Слушай, та женщина, она же спаслась? А, думаю, да. Такие, как она, не сдаются. Видимо, вот, смотри! Это... Ада. Пытается меня выманить. Будь здесь. Я быстро. Ладно. Ада! Заколебал. Тебе. Держи! Твоя святая плоть слабая. Ничего личного, Леон. У нас с Луисом был уговор. Не бойся, я обо всем позабочусь. Это за мной.
Идешь? Думаю, мы оба знаем, что тут наши пути расходятся. Ясно. До встречи, Леон. Леон! Куда это она? Фиг знает. Не понимаю, с чего она вдруг... Уходим. Скоро рванет. В смысле, остров? Да. Все, пора валить. Да. Все, пора домой. Надо сначала выбраться. Ада. Экстрим любишь? Обожаю! Тогда тебе понравится. Цела. Да вроде, но было страшновато. Что, миссия выполнена? Будешь дома. Вот тогда да. Спасибо, что спас меня. Не за что. Слушай, я могу подкинуть папе идею. Станешь моим охранником, если хочешь. Зачем тебе я? Ты и сама за себя постоишь. Только научись обращаться с ножом. Все, пора домой. Прием, это гнездо. Как слышно, Кондор-1. Прием.
она вообще работает? Леон! Леон, вы с Эшли целы? Да где вы? Ответьте! Соедини. Я добыла янтарь. Отлично. Один вопрос. Что ты хочешь с ним сделать? Тебе платят не за то, чтобы ты задавала вопросы. Скажу лишь одно. Мы на пороге новой зари. Сотни принесут себя в жертву, чтобы выжил лишь один. Я хочу ускорить этот процесс. Значит, ты хочешь, чтобы погибли миллионы? Миллиарды. Какой размах? Меняем курс. Давай.